Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и сегодня мы играем на моем платном сервере Poké World Special, и сегодня у нас проходит турнир. Сейчас мы его быстренько проведем, потому что участников 8, так как если бы было 10 или 12, то было бы нечетное количество, и нужно бы было вот это все мудрить, потом переигрывать и вот это все, поэтому только 8. После этого я объявлю сразу двух победителей, которые выиграли бесплатные пропуски на сервер. И не одного, а сразу двух, а связано это с тем, что была небольшая задержка. Поэтому я и двух и выбрал. Ну что, ребята, давайте быстро начнем. Так, первый бой. Первый бой у нас идет кто? Дример и Айскорн. Давайте сначала Дримера тпхнем. Дример. Так, и сразу, чтобы показывать покемонов, нету ли там шапок. Ага, ну все. Инси Дример. Так, тут нету. Иди на место. И сейчас ТП. Кто там? Айскорн вроде. Айскорн. Инси. Так, тут ни хрена нету. Так, иди на... Первый бой. Начинайте. Ну что, начинайте. Первый бой у нас. Алаказам против Райкоу. Райкоу против Блазикена. Я просто имя читаю, а у него Райкоу называется. Так, ну что, дальше у нас сразу нужно запомнить. Вардлокер и кто там? И царь, да? Пока они там бьются. Вардлокер. Лечилочка забираем. Лечилочка забираем. Это сразу нужно забирать, чтобы потом во время боя их не использовали и не нарушали правила. Орб. Ла-ла-ла-ла-ла. Ну, у него нету ничего. Все? Ладно, первый... Я даже не успел ничего посмотреть, уже первый бой закончился. ТП. Дальше. А кто у нас вылетел? Дример, да, у нас вылетел. Дример отправляется к зрителям. Так. Дальше, кто у нас идет по списку? О, царь, да? Давайте царь и кто там? И вардлокер. Ну, давайте сначала вардлокера. Показывай. Нету, нету, нету. Все, сейчас смотрим. Инфси. Вроде нету. И так, уже пошел. ТП. Показывай. Нужно вот так сначала. Один, два, три. Нету. Нет. Начинайте. Фу, второй бой. Так, нужно запомнить имена. Кто у нас дальше? Дальше Кэш и кто это? И настроение. Ага. Потом сам заберу. Так, это нужно, в принципе, удалить, что я за... А, нет, это пускай будет тут конфискованное имущество. Так. Соломенс и Жирафарич. Шайни вроде. Смотрим. Второй бой, в принципе, реально. Турнир будет очень маленький. Так, у царя 2, у вардлокера 3. Лапрас. Сколько он ему нанес? 2 на 2, ребята. Сколько он ему нанес? А, он ему вообще хрень нанес. Может, процентов так 15, даже меньше. Старми против Лапраса. Ну, Старми, походу... Ну, хрен его знает. Сейчас посмотрим. Ну... Мне кажется, тут Старми выиграет против Лапраса, хотя... Ну, в принципе, да, так уже и есть. У царя 1, у вардлокера 2. Ух, Райпериор. Ну, в принципе, Райпериор против водного тоже. Старый, в принципе, его... Ну, почти с двух ударов, да, почти. Есть два и чуть-чуть бы. Один на один остался, но у Райпериора уже чуть-чуть больше, чем 50% ХП. Ну? Что-то они думают.
Зависли, не зависли. Я просто не люблю, когда они афкшат, тупят. Ну нет, вроде уже норм. Сколько? Ух. Ну, мне кажется, у царя есть, в принципе, большие шансы выиграть, но тут уже он проиграл 100%. Последний удар. Последний удар. Хотя тут, смотрите. Кто выиграл? Я просто как-то не понял. Вард. Так. ТП Вард. Ну, в принципе, да. Там, если бы царь бы имел больше скорости или, например, быстрее бы ударил, то, наверное, он бы выиграл. У него там, в принципе, были нормальные такие шансы. Так. Кэш, да? Кэш у нас идет. Инфси кэш. Ух ты. Куча всего, но это вроде для эволюции. Ни хрена, ни хрена, ни хрена, ни хрена, ни хрена. Ну, в принципе, тут нету. Показывай. Так, норм. Дальше. Ну, не кэш, инфси. Какое у него настроение, да? ТП. Вот так. Сейчас я сначала посмотрю, нету ли. Что это за хрень? А, вот. Что-то как-то забаговалось. Ну, показывай. Так, норм. Третий бой. Начинайте. Кэш, ну, а вот туда нельзя было, да? Именно нужно было выйти. Иди. Стань на место. Именно нужно там на пару сантиметров перепрыгнуть. Нельзя быть на месте, да? Чурки. Не могут разобраться, кто первый кидает. Старми против старми. Тут зависит, у кого там скорости больше. В принципе, шансы я знаю. У кэша может 60, у настроения может 40. Или, в принципе, водный против. Ну, это они выбирают покемонов, не я решаю, кто против кого. Ну, тут сейчас 2 на 2. У кэша 2, у настроения 2. Генгар. 2 на 1. Ну, я кэшу могу отдать где-то 70... Какие 70? Где-то... Ну, да, где-то 75... 70-75% того, что он выиграет турнир. Потому что это кэш нахрен. Задрот. Ну ладно, не задрот, не обижайся, если ты это смотришь. Но все же. В принципе, все, кэш выиграл. Фу. Так. ТП кэш. Дальше настроение. Настроение сюда. А кто там у нас в последней комнате? Спид и флэг. Инфси. Флэг. Ух. В инвентаре. В принципе, в инвентаре ни хрена нету. Шапка на опыт — это хрень. В принципе, забирать ее не нужно. Ну и все. ТП. Показывая покемонов. Норм, сразу шапочку. Нету. И кто там еще? Спид. Спид. А, ну это нет, это шапка, это такое, это на всякий случай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это на опыт, это тоже на опыт, это на счастье. Ну, в принципе, тут тоже ничего нету. ТП. Спид. Давай, показывай. Ничего. Так, по местам. По местам, по местам. Четвертый бой. Начинайте.
Так, знаете что? Может, я лучше день включу, чтобы виднее было. Лукарио против Электривайра. Ну, ща посмотрим, что и как. Сколько у него? Уже почти умер, а в это... О, 3 на 2. У Флека 2. Не, у Флека 3, у Спида 2. Сейчас Генгар. Ну, тут, в принципе, он должен убить его сразу с этого удара. И сейчас остается 2 на 2. Драгонайт... Я не знаю, он... По сути, Драгонайт... Хотя... Тут, в принципе, одинаково жизни у каждого. Да. Сколько там у него? Ух, ваншотнул, ни хрена себе. Ну и Флорион остался против Драгонейта, тут, в принципе, уже понятно. Кто кого. Флэк выиграл, да? ТП Флэк вот сюда. И кто проиграл? Спид, да? Спид вот сюда. Ну что, это... полуфинал. Кто у нас идет? Давайте Айс у нас будет против Кэша. Давайте Айс против Кэша сразу же. ТП. Ой, ТП Айс. ТП Кэш. Полуфинал. Ну да, в принципе, нужна балансировка. Если, например, бы Кэш пошел там с Флэком, то Кэш бы его, можно сказать, сразу. А так у Кэша есть хотя бы какая-то... Хотя, может, даже как какая-то. У Айса вроде Алаказам не хреновенький. В первом бою только Алаказамом он три пока тупо с одного удара убил. Одним поком затащил бой. Поэтому я не знаю. А тут у нас Флэк будет против Варлокера. Тоже как раз балансировка такая. Сколько он ему нанес? Половину ваншотнул. Ни хрена себе. У него какой-то Алаказам читер, не нахрен. О, Алаказам против Алаказама. Два на три. У Кэша два. Он его не убил с одного удара? Ну, хоть, ну сейчас убьет сразу же. Да. 2 на 2 осталось, но у Кэша на другом покемоне минус 20% хп где-то. Алаказам против Шайни Бластойза. Ваншот. Ни хрена себе, у него какие-то поки. 1 на 2 осталось. У Кэша 1. Если этот сейчас... Нет, не ваншотнул, но все же. Ну тут, в принципе, смотрите. Если сейчас ваншот... Нет. Остался один на один, но через этот против, если он сейчас его ваншотнет, то норм. Если нет, да. Айс выиграл. Нет. Я говорю, Кэш это немного, ну в принципе да, там у Старми намного больше спида, чем у... Чаризарда, поэтому он его быстрее ударил и быстрее ваншотнул, потому что водный против огненного. Смотрите, смотрите. Актер погорелого театра. Ладно. А кто проиграл? Айс проиграл, да? Ну, Айс тогда идет сюда. ТП, Айс. Это будет за третье место. Потом Кэш возвращается сюда. ТП, Кэш сюда. И сейчас Флэк против... Флэк против Варда, да? Вардлоки, вот. Полуфинал. Второй бой. Секунды на то, чтобы начали бой. Или дисквалификация.
Вот как с вами нужно. Соломенс против Лукарио. Ух. 3 на 2. У Варда. Сейчас, походу, должно быть 2 на 2. Хотя нет, он его еще даже убьет. Тут 3 на 1 остался. Ну, 2 на 1, но и так. У Стармии, походу, намного больше спида, по идее, должно быть. Хотя у Драгонайта тоже, соответственно, так. Но Вард выиграл. Так. Это у нас финал. Сейчас Флэг против Айс. Бой за третье место. Начинаем, ребята. Кто у нас займет? Я не знаю. Ну, процентов 55 на то, что Айскорн. 45 на Флэка. Я за такие хрени просто дисквалифицировать буду, который, знаешь, если ты кидаешь первого покемона, потом кидает враг на тебя, ну как бы противник на тебя покемона, и ты успеваешь его убрать, тот кидает покемона и сразу на него следующего кидаешь, что как бы, знаешь, увидел, кого он кинул и на него кинул. Что-то в этом роде. Ни хрена себе ваншот. Да и тут, в принципе, он тоже ваншотнет запросто, через Арда. 2 на 2, но у Чаризарда намного меньше. Да, тут уже, в принципе, 1 на 2 осталось. Все, Флэг выиграл. Повысили. На 2 раза. Так, ну что? Флэг второе место. Флэг в третье место, да? Так, за первое у нас идет... Что у нас идет за первое? Новая легенда, за второе обычная легенда, за третье Флэг. Любой шайни покемон на выбор. Сейчас посмотрим, кого он выберет. За третье место, в принципе. Маткип, ладно. Покегив, Флэг, Маткип, Шайни, левел 1. Выдал. Показывай. Не хочу посмотреть. Ну норм. Так, дальше. Финал. Финал. Кэш против Варда. Ну, говорю, я даю 60% кэшу. 40 Варду. Или 55 на 45 где-то. Давайте сейчас некий... Хотя кэш первый кидает. Ему похрен, знаете, как-то. Хотя нет, не похрен. Ладно, давайте загадаем число. Допустим, 8. Хотя, я говорю, кэш первый кидает, ему похрен. То есть он не такого, да, кидает. Ты первый, нет, ты первый, тот кинул первый, тот сразу подобрал подходящего покемона, кинул на него, ему похрен, он кидает. Он знает, что, в принципе, у него есть большие шансы и так выиграть. Ну что, финал. Ну, Генгар. Сколько? Ух. 3 на 2. У кэша 2. Но он такой, что он еще может вытащить. С двумя покемонами на 3. Ну а сейчас увидим, я не знаю. Я ему дал 55%, но также у Варда 45% также могут подействовать, поэтому...
Один на трех остался. Ну ща он походу. Опа, еще раз кинь, пожалуйста. Ну. Ну тут осталось два на одного. Я не знаю, сможет ли его Алаказам вытащить это все, но посмотрим сейчас. Вряд ли, конечно. Сколько у него там жизни? А у него половина и... Кто? Он. Ну, Вард первое место. Место кэш. Второе. Флэг. Третье. Ну что, давайте еще раз день включим. Вард. Любая, но... А, ну он уже сам знает. Поке... Гив... Так. Любая новая легенда или любая старая шайни. Уверен, что... Энтей. Так, ну, Энтей так Энтей. Поке гив. Вард. Энтей. Да твою нафиг, ладно. Поке гив. Вард. Гроудон. Гроудон. Шайни. Левел 1. Показывай. Ну норм, норм. Кэш. Нуп. Поки гив. Ну сейчас давайте мы посмотрим. А как какую натуру хочешь? Может, я вот сейчас импиш тут есть. Да нет, это обычная. Наути. Болд. Модест. Раш. Можно. Так, сейчас. Модест. Модест, модест, модест. Ладно, сейчас будем тогда модеста ему искать. Быстренько мы вот это все сейчас сделаем. Ну что, ребята, наконец-то я уже всем поотдавал их призы. Уф, что они выиграли, что они заслужили. В принципе, давайте быстренько. Пока есть еще чуть-чуть время. Давайте быстренько пойдем на спаун. И где у нас находится... Честное слово, я уже... Вот. Быстренько добавим... на стену тех победителей, которые выиграли бесплатный пропуск. Ну что, сейчас. Ну что, ребята, давайте быстренько добавим и, в принципе, на этом уже будем заканчивать. Первый у нас... давайте еще сюда. Люди, которые выиграли... Нет, люди, которые выиграли пропуск... Да твою. Пропуск. Вот так. Давайте сегодня добавим. Первый, допустим, кто у нас там? Ну, там, короче, я прошу прощения, но что-то у него вот такое Rapid Президент. Что-то такое. Ну, короче, похожий на этот ник, я думаю, ты поймешь, о ком я говорю. Поэтому, если что, если я тебя выбрал, значит. Я тебе уже написал ВКонтакте и поздравил всем, что ты выиграл бесплатный пропуск. Если я твой ник неправильно написал, то, в принципе, ничего страшного. Ты и так будешь знать, что это ты. Это первый. Во второй у нас выиграла девушка вроде Мью Настя. В принципе, я тоже должен уже был тебе бы написать в ВК то, что ты выиграла бесплатный пропуск. Ну что, ребята, давайте на этом быстренько будем уже заканчивать вот эту серию. Я надеюсь, вам понравился турнир. В принципе, мы его и быстренько провели. Кто хочет со мной поиграть, покупайте бесплатный пропуск на этот, точнее,
как бесплатный, если вы покупаете, значит, бесплатный, что-то я вообще загнал. Покупайте пропуск на этот сервер, он стоит недорого, а если нету возможности его купить, то участвуйте в таких же акциях, как я сейчас и провел. То есть темочка в описании, вы можете зайти, подать заявку и попытаться выиграть бесплатный пропуск. Или также можете зайти на мои бесплатные сервера, на мой бесплатный сервер, также тут есть и платный, и бесплатный, вы можете зайти на один из них, выбирайте вы. Поэтому, ребята, давайте уже на этом будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.